Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на модель Т-34-76 образца 1942 года фирмы АФФ Клуб, артикульный номер АФ-35-143. Модель дана с полным интерьером. Сейчас рассмотрим, что идет у нас в коробке. Сверху, как видите, лежит инструкция. Инструкция выполнена в виде книжки. Здесь рекомендуемые цвета красок, которые будут необходимы и нужны в наборе. На первом листе рассказывается о модификациях Т-34-76. И смотрим инструкцию. Все очень качественно отпечатано. Все понятно собирается. Если собирать с полным интерьером, я думаю, вы получите много удовольствия. Кто любит долгострои. Ну, а если кто не любит возиться с интерьером, можно данную модель собрать без него. Жалко, что нету красочных вкладышей, как сейчас дают многие модели. Ну и один минус набора, что здесь виниловые траки. И скажу, они не очень хорошие. Рассмотрим литники. Как видите, серый пластик в наборе. Ванна выполнена одной деталью. Подвеску предлагают собрать рабочий при желании. Для этого в наборе даны пружины. Также один плюс, один из плюсов данного набора – это точеный ствол. Литник прозрачного пластика с прозрачными деталями. Литник с элементами башни. На некоторых деталях присутствует небольшой обвой, но не критичный. Катки на двух литниках и отдельные литники с бандажами. Бандажи довольно неплохо сделаны. Но шов надо будет обработать. Мелкие детали вот так выполнены.
довольно неплохое качество литья. Одно немного неудобно, что литники с интерьером пересекаются вместе с литниками для сборки самого танка. Кто захочет делать его без интерьера, придется внимательно смотреть и вырезать нужные детали с литников. Неплохо сделаны данные детали. Литник с элементами двигателя. Тоже довольно хорошо все отлито. А получится интересная модель. И литник с передними крыльями. То есть уже чем хорошо, если кто-то хочет сделать без крыльев, не надо срезать, как это делалось на некоторых моделях 134. Здесь можно просто их не ставить. И также дана плата фототравления с одной решеткой и трос, выполненный из веревки. Ну и кое-какие декали с обозначениями. Надеюсь, модель сборки труда не составит. На этом буду заканчивать, друзья, данный набор. Если вас он заинтересовал, можете его приобрести в магазине «Я моделист». Всех благ вам и вашим близким, друзья. Оставайтесь с нами.